Мы сейчас находимся в 11-й больнице, которая определена как одна из опорных больниц в случае развития, неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом. До этого мы были в первой больнице. Хочу сообщить одесситам о том, что мы продолжаем оснащать медоборудованием нашей больницы на случай развития ситуации. Закупили мы за прошедшие две недели порядка 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты современные. Цель моих поездок и консультаций и бесед с медицинскими работниками, с главврачами, чтобы они дали свою экспертную оценку тем аппаратам, которые мы закупаем. Они, конечно, и до этого нам выдали свои рекомендации технические. Закупив, мы их поставили в больницы. 7 ИВЛов новые установили, они уже работают в инфекционной больнице. 3 таких аппарата поступило в 10-ю больницу, 2 аппарата в 11-ю и 2 аппарата таких поступили в 1-ю больницу. Один аппарат мы передали 2-му роддому. Хочу пожелать всем медицинским работникам: берегите себя, мы вас ценим, мы уважаем ваш труд и сделаем все, чтобы вас обезопасить.